То, что мы называем песочницей, это вот такой сайт Сила Трекворкс, который специально разработан для того, чтобы участники курсов и тренингов на Сила Треке могли публиковать здесь свои работы, свои материалы, которые разрабатываются в рамках заданий Сила Трека. И у каждого участника есть персональный личный доступ к этой песочнице для того, чтобы публиковать свои материалы под своим именем. Новые публикации вы делаете это в разделе «Записи», «Записи добавить новую», или вот здесь вверху есть кнопочка «Плюс добавить новую запись». Когда вы пишете, нажимаете «Добавить новую запись», вы переходите вот в такой интерфейс, где он достаточно интуитивный, понятный. Здесь мы пишем заголовок, кликаем, переключаемся на блок. Здесь пишем там текст. Различные типы блоков, которые вы можете вставить в свои материалы, они вот таким образом выбираются. Плюсик, самые часто добавляемые, всплывает окошко, либо увидеть все, и вы видите все меню, которое можете добавить здесь в различном формате, с различной версткой, с колонками, кнопками, разделителями и так далее. То есть вы полноценный делаете здесь, верстаете материал, как он выглядит, красиво выглядит на сайте. После того, как вы сделали документ, в принципе, вы можете, сейчас мы напишем, если вы остановились на середине своей работы, вы спокойно сохраняете черновик, и он нигде не публикуется, и вы потом заходите и можете продолжать с ним работать. Если вы все подготовили и сделали, то вы нажимаете кнопку «Опубликовать». Что здесь мы проверяем? Видимость открыта, опубликовано немедленно. Все, опубликовать. Вот у нас ссылка. Копировать ссылку, и затем эту ссылку вы можете, вот она вот тестовая здесь, у нас заголовок я не написала, вот эту ссылку вы уже можете вставлять в SilaTrack, в платформу, для того, чтобы сдать задание. Вот таким образом это делается. Что еще можно, для чего можно использовать эту песочницу? Мы переходим вот так вот в консоль. Вы можете сюда заливать медиафайлы. Например, если для слайдера или для какой-нибудь инфографики вам нужны медиафайлы с конечным расширением, чтобы они лежали где-то уже опубликованные на сайте. Если вы выполняете задания по мультимедийным форматам, то такое частенько необходимо. То есть вы сюда можете залить нужные вам медиафайлы и взять, скопировать вот здесь URL в буфер, скопировать и уже вставить его в нужный вам сервис, мультимедийный сервис. Это если необходимо для выполнения задания. Вот, собственно, песочница, и можете заходить, пользоваться и публиковать.